теплые вещи, обувь, спальные мешки, продукты с длительным сроком хранения. Часть самого востребованного уже собрали. Но на этом волонтеры не останавливаются. Посылки ко Дню защитника Отечества должны дойти до адресатов вовремя. Девчонки, что делаете? Мы собираем окопные свечи, жители своими руками их изготавливают, и мы отправляем на передовую для того, чтобы военным было тепло, есть большой запрос. Акция «Доброе дело плюс один» проходит в поддержку тех, кто сейчас на передовой. В ней участвуют неравнодушные жители округа. Сейчас самое важное – это средства защиты, экипировка, тактическое снаряжение, генераторы, тепловые пушки, инструменты. Ну, понятно, что продукты питания, да, там. Но это еще не все. Жители приготовили вкусные подарки, которые точно напомнят бойцам о доме. И это очень важно, ребята понимают, чувствуют тепло, да, что такое армейская еда или домашнее соленье. Вот, поэтому, видишь, у нас обилие. И огурцы, и помидоры, и варенье на постоянной основе. Все это у нас расходится лучше, чем тушенка. Удалось собрать еще второй груз ко Дню защитника Отечества. Нам важно доставить ребятам подарки и нужные вещи, и опять же обогреть их своим теплом, зарядить их позитивом, передать приветы от домашних. Одинцовский пункт сбора гуманитарной помощи работает по адресу: город Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 26. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».